Так, всем привет на моем 195-м стриме. И сегодня вечером, так сказать, ближе уже, ну не к ночи, конечно, сейчас полдевятого время, продолжаем проходить Тоху 14.3 Impossible Spell Card. Вот уже третий стрим по ней, да, как я и говорил, да, опять же, мне она понравилась, и мы все еще продолжаем проходить, хотя уровни уже становятся очень сложными. Но, как бы, больше всего меня пугают уровнем 10-4, да? А мы сейчас дошли только до, по-моему, 6-го дня. И спасибо, и привет, Тор, и спасибо за поддержку. Вот. Ну что, привет, Тераон. Посмотрим, что нам приготовил 6-й день. Неужели на поверхности негде спрятаться? А что если тут? Блин, я не переключил сцену. Фейл. Ну, по сути, ничего не пропустили. Вот. Не знаю, Истор. Ну, даже если так, то ну нормально. Ну посмотрим. Что за белка? Еще не надоело? Эй, Аманадзяку, не пора ли сдаваться? Понятия не имею, кто ты, но прости, вынуждена отказаться. Тенгу уже вышли на дело. И когда они напишут об этом в газетах, даже самые ленивые сядут тебе на хвост. Впрочем, мне лично до тебя дела нет. Но позволь отметить, что ты не используешь предметы в полную силу. В каком смысле? Вторая рука остается свободной, а если попробуешь занять обе, то... Занять обе руки? Все еще сомневаюсь, она взяла кровожадную сферу инь-янь в пустую руку. И что же тогда произошло? Хоть и немного, а она все равно почувствовала течение волшебной силы. Сейчас, помимо основного предмета, у вас также экипирована кровожадная сфера инь-янь. И благодаря этому хитбокс значительно уменьшился в размерах. Ух ты ж. Привет, Корай 5. Это Тоху 14.3. Данмаку шутер. Действительно уменьшился хитбокс. Надо же, второстепенные эффекты. Если экипировать предметы на вторую ячейку, они начнут оказывать различные эффекты. Блин, а нету описания, что какие именно дополнительные эффекты? А, во, написано. Так, второстепенный эффект. Усиливает все основные предметы. Отлично. Когда основной предмет кончается, вы можете использовать легкую ткань дважды. Ага. Позволяет использовать основной предмет, если нажать кнопку как раз тогда, когда в вас попала пуля. А, то есть, в смысле, бесконечно, я так понимаю. Или что? Если, ну, прям в момент смерти, да? А, почему? Не, в смысле, Тора, а почему откинет-то? Это, кстати, что такое серого? Это город или это... Или это какое-то судно или что? Так, отменяет одно попадание. Позволяет перемещаться на противоположную сторону экрана, если использовать предмет, находясь у одного из краев.
При использовании основного предмета убирает близлежащие пули. Основного предмета. Увеличивает ширину обычной атаки. Если экипирована, активна всегда. Интересно. Увеличивает скорость передвижения, если экипирована, активна всегда. Уменьшает хитбокс. Ну-ка, вот это интересно. Сцена 2. Фотоаппарат сильнее пера. Ну, блин, по-любому, значит, надо фотоаппарат использовать. Наверное. А второстепенный тогда сделаем... Окей, Торыч, договорились. Чё? А она меня фоткает? Что? Лоль. Окей, тогда... Вот это... А второй... Блин, что-то мне кажется, мне не хватает. Блин. Привет, Индивис. Тут нет лунатика. Здесь одна сложность и один персонаж. То есть это как бы линейная игра. Тут все карты impossible. Собственно, это видно из названия игры. Но на самом деле они не impossible, конечно. Да что ж ты делаешь-то? Блин. Как нормально уворачиваться? Как-то тут должно быть так, чтобы можно было увернуться. Главное, как можно меньше оставаться невидимым, потому что это же меня тормозит, я не стреляю в этот момент. Ну, не хватает, лол. А, надо двигаться, что ли? Я понял. Шестая жесть? Да ладно. По-моему, не особо. Ой. Нет, ну так быстро фейл нельзя. Чё наверняка не достает, не понял.
Блин. А! Ну, короче. Привет, Джокер. А, ХП врага вокруг кольцо. Мое. У меня вот один. За счет того, что я экипировал второй предмет, у меня один ХП. То есть я могу один раз получить урон. Цель игры, ну, пройти всех, все сцены. Это вот сцена называется. Ну блин, ну... Не вовремя этот фонарь закончился. А, она не может через всю карту стрелять. Блин, до меня только сейчас дошло. То есть тут она не достанет тупо. Есть. Нормально. Не, ну ты просто ты написал, наверняка она не достает. Ты думаешь, это понятно, о чем речь? Если ты об этом. Ну, извини, это непонятно, о чем речь. Вообще никак. Не достает до куда. А, ты того. Ну ладно, все, я виноват. Ты даже написал, вы внимательно, все, извини. Ну заигрался, заигрался. Сцена 3, новейший мобильник с фотоаппаратом. Ну давайте в такой же конфигурации останемся пока. Ого! Чё-то ты изи. Просто заспамлено. Сцена 4. Ненадежный водопад. Ой-ой-ой. Фига там. Это что такое? А как выживать? Я не очень понимаю, как там выживать. Но сейчас я пока надеюсь, может хватит мне. А, у меня же жизнь еще есть, да, мне, короче, по-моему, хватит. Ну, перекач тут очень относителен, он не всегда это срабатывает. Короче, стою до победного или до проигрышного. Ну, до победного. Микги? Ну, пока не требуется.
Да все равно, Тор, ты не волнуйся, мне сказали же, что там дальше потом этого фонаря не хватит. Так что это сейчас пока халява такая, можно воспользоваться, а дальше там, да, все равно жесть будет, насколько я понял. И он меня уже не спасет. Сцена 5. Частые укусы тренируют челюсть. Ты кто? Ой-ой-ой-ой-ой. Ты кто? Ну давайте по старой схеме попробуем для начала. Посмотрим, что из этого выйдет. Ну, походу ничего хорошего. Так, здесь не проканывает. Что тогда фотик, по-моему, да? Ой, не. Зонтик, что ли? Да лол, ну... Да лола, но она что-то мало слишком действует по времени. Иба, что такое иба? Да ну. Ага, нашел тактику, да. Сцена 6. Топящая пушка со своей историей. Давайте экипировку поставим, которая нам понравилась ранее. Ой-ой-ой, опять эта срань, ну... Пока посмотрим, что там это за атака. Как от нее уворачиваться, пока не ясно. Но уворачиваться и не требуется. Ой, жесть, как это выглядит, наверное. Не очень со стороны. Ты больше продолжил? Ну, как бы ты чат не читал, играл в Counter-Strike. Мне такой стрим смотреть совершенно неинтересно, так что... Без обид. Сцена 7. Преувеличенная статья, написанная затворницей. Так чё, какой прогресс на Солгрине? Чё это такое? Она ещё и фоткает? Нифига себе. Да, она читерит. Ну норм. Тупо проспамлена опять. А, до волн на второй статии дошел. Привет, Бионик.
Ну, Тор. Хотя вообще-то подсвечивание ошибок должно быть у тебя. Я не знаю, как бы. Должно. Ну, если ты включил в настройках, то должно быть. То есть эти ошибки, они подчеркиваются красным должны быть. Если слово там не найдено, все такое. Итак, сцена 8. Не оставляй ей ни единого шанса. Ну и не оставлю. Нифига себе, что за. Ничего не знаю. Да лол, ну лол, ну лол, ну лол. Что-то я вообще не понял, что с этим делать. Тут зонтик по-любому, да, нужен. По-любому зонтик. У меня такое чувство. Блин. Да, блин, что-то какая-то жесть. Блин, вот это что ли? А здесь, мне кажется, надо вот это. Да лол. Теперь я почти все время попадаю по ней. Ну и все, короче. Ну все, прощаю. Джокер, на ну, в каждом дне 8 сцен. Я прошел уже сейчас только что 6-й день. Итак, 7-й день. Неужели это из-за той газеты? Раз так, то я направляюсь в другой мир. Сцена 1. Большое содержит в себе и малое. Мариса? Ну, Мариса могёт. Да. Ну я так попробовал. Не знаю, вроде 10. Блин, как тут поступить-то, лол. Оп. Да вроде юзабельно, в принципе.
Главное по ней попадать хоть иногда. Блин, она слишком быстро двигается. А, у меня же shift есть. Ну все, по-моему, изи страта. Оп! А, там была звездочка. Ну, Тор, если ты будешь стримить, то я буду стримить, скорее всего, после тебя. А если ты не будешь стримить, то я буду стримить вместо тебя. Но все равно, по-моему, это изи страта. Надо просто звездочку эту не ловить. Блин, что-то там не изи. Так, знаете что, мне быстрое перемещение тут ни к чему. Надо лучше хпшку взять. Что, сок? Не понял, что это. Оп. Вот Мариса-то живучая, да? А, офигеть там микро. Да лол. Есть! В смысле, ничего не смотрел? Что именно я не смотрел? Что именно ничего? Сцена 2. Понятия не имею, что произошло. Дефолтная, так сказать, конфигурация. По умолчанию ставим. Лол. Блин, что-то она как-то не круто это все делает. Но вроде микрибельно, в принципе. Или нет. А, вот это не микрибельно. А, нет, Тор, смотрел, ну лол, ну просто у меня ассоциативно не вспомнилось. Вот и все. Как это я тебе на вопрос не ответил? Ты спроси... Ага, Тор, ну я что-то невнимательно сегодня, ты видишь, я читаю невнимательно. Мне показалось, ты спросил, ты будешь завтра стримить? Ну не знаю, я стал как ты читать чат. Ну, короче, Винс Уфи, скорее всего.
Да ну. Порта. Да дал. А что она еще там делает? Я уже вся. А, прикол, что она опускается именно до меня. Да лол, ну чё ж ты... Ой, я же ещё не умер. Забыл. Чё-то никак не могу... сообразить, как ее подлавливать нормально. То есть я-то уворачиваюсь, но я в нее вообще не попадаю. Третий босс, ну не густо пока. Так, смотрите, уже лучше тактика. Есть. А, все. Все, тактика найдена. Привет, Дели на Ноу. В твое время пришло. А, Тор пошел. Ну давай, Тор, удачи. Сцена 3. Дай палец и руку отрубят. Ух ты ж, ух ты ж. Что тут началось-то? Был на заставке. Хорошо. Ну ты хоть предупреждай как-то, а то я не знаю. Сижу тут как не очень. Я пока вообще не понимаю стратегию. Так. Мне кажется, невидимку тут будет нормально. Да. Да что ж я делаю? Не, что-то какая-то хреновая стратегия. Да жесть. Так, чуть не попал. По-моему, вот так, да? Или оно всегда меня задевать будет? А, нет. Надо искать другой выход.
Можешь молотком ее вдарить. Что-то... Не знаю, в принципе, можно, конечно, может получиться. Надо только помикрить. А что у меня лучше всего получается? Мне кажется, мне в принципе в эту игру нормально получается играть. Ну, более или менее, для первого-то раза. Вроде особо не застревают. За третий стрим уже шестой день. Думаю, что же все-таки поставить? Айваны? Ну, как бы... Ну, понимаешь, нельзя стримить все сразу, да? Я как бы айваны вообще-то стримил. Просто ты раньше не был на моих стримах. Я прошел больше 20 айван, да? На стримах. И, то есть... Сейчас я просто хочу пройти Wings of V. Я купил Wings of V в день релиза. Прям в день релиза. Предзаказ, по-моему, даже сделал. И до сих пор я прохожу. 16 стримов по ней было уже, я до сих пор ее не прошел. Блин, просто от нее очень устаешь, нельзя, просто она выматывает жутко. Но я хочу вначале ее пройти, а потом будут, наверное, какие-то айваны уже. Или фонарь все-таки поставить. А, стоп. А если так сделать? Что-то я просто не очень понял эффект. А, я не ту кнопку нажал. Самые сложные, ну, I wanna be the Bosch, I wanna be the Galaxy. Ну, может быть, I wanna kill the Camille. Ну, хотя, не скажу, что... I wanna be the Lizard Man Master 3 и 4 на 100% прошел. Хотя, не, Camille easy, а вот Lizard Man Master это, да, это hard. Как это работает? Я что-то никак не пойму. А, все, я понял. То есть мне никакой предмет не добавляется. Просто я могу как бы после смерти типа использовать предмет, если у меня это экипировано. Фигня это. Застрял? Ну, потому что ты другие, понимаешь? Просто я вначале прошел Lizard Man Masters, которые очень там сложные моменты есть. А после этого, после них именно, я проходил Камилию, и вот Камилия мне показалась уже просто изи чем. Но только лишь потому, что я именно Lizard Man Masters проходил, а не сложнее, чем Камилия. И Камилию я на стрим проходил только, короче... Четырех боссов последних, остальное не на стрим. Ну просто я на работе играл по, ну, так, по фану, в перерывы, в обеденную. А остальные на стрим проходил.
А интересно... О, нет, в смысле, я хотел сюда экипировать это. Оно меня как-то спасет? А, нет, оно на меня вообще не наводится, да? Может бомбануть? Блин, чуть-чуть не успел. О, что-то маленький эффект слишком бомбы. А, да, реклама там 150 секунд, я вообще офигел. На Твиче. Хорошо, хоть через 20 секунд ее пропустить можно. Фото тоже не вариант, блин. Может все-таки забить ее? Ладно, давайте попробую по одному удару, короче, наносить. Не, что-то там много слишком. Блин, надо же попал прям под это. Нет, я многое ставил, я слишком много, у меня уже закончились тряпки. Блин, вот надо же, не могу найти хоть сколько-нибудь приемлемую стратегию. Вообще не попадает фотик. Ну-ка, а если вот так? Не, слишком мало убирает пыль. По идее, тряпка здесь норм, но, блин... Не, не хватит мне так тряпок. Ну да, не хватит мне так тряпок, наполовину только хватает. И микрит тут, я не вижу, куда микрит. Стоп, а хитбокс все уменьшает. А, вот это? Блин.
А что если просто вот так сделать? Типа 4 хп у меня. И просто микрить, короче. Ну лол. Ну блин. Ну вообще не очень. Вообще не понимаю. Нет, надо пытаться микрить, походу. Да еще вот это, ну это офигеть просто. Ну можно пытаться, в принципе. Но это какое-то прям офигительное микро. Да еще вот этот лазеры вот эти дурацкие. Хотя они меня защищают с одной стороны. Но с другой стороны убивают. Да блин. Ой, да неужели? Фух, такое напряжение. Давай, Кор опять, удачи. Привет, Илмирус. Сцена 4. Упорядоченные пресмыкающиеся. Посмотрим, что она делает. О. Так, ну это фотиком не размикрить. Тряпкой тоже, что-то мне кажется, не вариант. Тут серу и нияй, наверное, можно использовать. Хотя непонятно. А, нет, это вообще можно просто так микрить. Так, значит, тут нет, сфера тут не нужна. Возможно, фотик. Так, да, все-таки. Просто против синих фотик не нужен, а против вот этих. Или все-таки тряпка. Да, возможно пройти без предметов, в том-то и дело, но только, ну, ты понял, не людям, а всяким там, типа лимде. Но я же жал. Блин, надо как-то, может поближе к боссу встать. Не хватает времени. Ну опять же жал, ну. Да что-то микрирование какое-то нереальное. Может быть этот. Да, по-моему, прошел. С
смысле, а почему опять реклама? Ты перезапускаешь плеер, что ли? Но мне сказали, что прошел. Я не знаю сам, но мне сказали, что прошел. Блин, нет, что-то я не понимаю, как здесь пройти. Мне зонтик не особо помогает, потому что симметричная атака. Все-таки тряпкой, что ли, мне крыть? Что-то у тебя... А, Джокер, если ты на СК2 ТВ нажимаешь на кнопочку именно СК2 ТВ, что вот это вот типа театр мод, да? То да, там плеер будет перезапускаться. Так что как бы, ну, не трогай ее много раз, если не хочешь рекламу смотреть. Привет, XDMOR. Да что ж такое? Это прям тоненько-тоненько все очень. Но есть еще плеер Good Game, если что. Для этого он и висит. Да-да, уже спрашивали же выше. Реально пройти без экипировки, но это нужно просто, ну ты понимаешь, кем быть. То есть игра называется Impossible Spell Card, но на самом деле Spell Card здесь не Impossible. Ну как бы для обычного человека они Impossible, без предметов, да? Но для всяких там про они не Impossible. А если это попробовать? А, еще один! Да мне уже столько людей сказали, что 10-4, типа там все, можешь дропать там с чистой совестью. Ну, вот меня, блин, это интригует, конечно. Я не знаю, что за 10-4, но уже мне столько людей о них сказало. Попробовать что ли просто микрить? Но мне кажется, это плохая идея. Блин, там не микрится. Но чё он еще начинает пускать какие-то не очень комбинации? Не, в принципе, можно попробовать. Да нет, игра-то нормальная, потому что предметы же есть. Если бы не было предметов, то да. А с предметами нормально, очень даже приятно играть.
Да ну. Не. Надо тряпку. А если тряпка второстепенная, то что? А. Блин. А если так? Типа надо сейчас выжить хотя бы пару атак, потом попробовать фонарь. Потом еще можно тряпкой там накрываться. Ах ты ж, это было не в тему. Не, вот честно, вот именно в эту часть играть приятно. Ну, не знаю. Вообще нормально так. Интересно. Хотя мне все тоху, в принципе, понравились, но это... Вот эта часть одна из немногих, которую, несмотря на то, что я не могу пройти там за один стрим или там за два, даже уже вот третий, да, и все равно я продолжаю играть. Блин. Надо там как-то вот вымикривать все-таки вот эти штуки. Да что ж ты? Привет, Флейси. Ну, это Тоха. Как же ты хотел, без наркомании Тоха, что ли? Такого не бывает. Да блин. Ладно, давайте все-таки без фонарика. Мне кажется, так шансов было больше. Ну как еще об это задеть? Ну это пипец. А может и не больше. Повезло сейчас. Блин, вот сейчас... Ну хотя там у него же только еще остается. Не, что-то надо еще менять. Может бомбу юзануть? Хотя мне кажется, это плохая идея. Да, это явно плохая идея. Так я пробовал, это же самое первое, что я пробовал. Это же моя самая сейчас это такая комбинация по умолчанию.
Ну офигеть, просто отличная. Просто так жизнь эту и слил. Не, что-то как-то мне не очень нравится эта комбинация в данном случае. Молоток тоже не вариант. Не, по-моему, тряпка вообще реально рулит. Ну я что-то сейчас ее почему-то не стал использовать. Забылся. Ну, блин, надо все-таки использовать тряпку. Я просто пытаюсь еще размикрить, но все-таки, потому что чисто на тряпках я не смогу просидеть. Ой, и что, как я эти не заметил? Нет, это плохая попытка. Я недостаточно вправо отошел. Да, что ж такое? Ну смотри с Good Game. Да ну блин, ну как это можно было не размикрить-то? Так, короче, хочу поправить, опять попробовать с кучей жизней. А просто микрить повыше. Ну это сейчас вообще неудачно было. Ну что ж такое? Ну это вообще фейл. Фейл, фейлович. Я вот знаете, что заметил? По-моему, здесь можно близко к ней микрить. Вот прям по центру, по-моему, да? Ну тут, я понял, тут из-за карт не помикришь. Но вообще вариант по центру стоять. Да, и только вверх-вниз, короче. А. Ну, короче, я понял. А если теперь с фана... с этими стряпками. Но блин, первую надо точно выживать. Привет, тер... блин, этот мистер напомнение. Блин, почему я тебе с Тераваном решил поздороваться? Оставлял, в смысле, снимал, а не оставлял? Да что ж такое? Ну да, как видишь, оценил. Да ну, оно вообще троллит. Ой, это сейчас охрень какую-то сделал.
Я не могу пройти, не знаю, что нужно. Что такое тануки? Молоток? А, типа я смогу дольше оставаться в тени? Это тануки, это тряпка, что ли, вот это? А, у меня их просто 8. Ну и что, 4? Так у меня и так их 4, ты чё? Лол. Так у меня их и так 4. Смотри, видишь? Так что у меня так и было. Привет, человек с Твича с каким-то сложным ником. Не хочу сейчас уговаривать, извини. Ник сменить никак, перерегистрируйся. Вроде никак на Кодгейме нельзя сменить ник, насколько я знаю. Да? Думаешь, мне это что-то даст? Я просто тактику не очень понимаю. Нифига себе, мне там повезло сейчас. Ну как от этого вернуться было? Оно же полностью рандомное. А что если фонарик усилить? Двенадцать секунд дается. Ну, так себе усиление. Четверть оставлял. А, это Флейси? Я понял. То есть я понял твою мысль, кажется. Ты предлагаешь просто стоять? Ну, столько же оставил, короче. Есть! Фух!
А, и количество использований даже увеличилось, да? Сцена 5. Изо всех сил и куда попало. Опять Мариса. Ну, вряд ли, конечно, ей такое прокатит. Да что ты не используешь упор-то, что ли? Ну, короче, мне кажется, надо кружить как вокруг нее. Так, используем вот это. Ну, давайте. А, нифига себе. Тогда давайте попробуем тоже вот такую же штуку. Блин. Да что ж я вообще не попытался даже вернуться. По-моему, добью. Добил. А, да? Ну, в принципе, да. Ты прав. Сцена 6. Сейчас, подождите, что? Да прокачаем еще. Тебе не кажется, что это нечестно? Просто я, может, на последних этих днях уже не буду играть. Но если будет слишком сложно, я дропну все равно. Итак, сцена 6. Тебе не кажется, что это нечестно? Лоль. Реально, тебе не кажется, что это нечестно? Вот упор это. А, она нас друг с другом меняет, да, я понял. Блин. Ну тут очевидно. Чуть-чуть не хватает. Может быть, Ладно, ладно, так уж и быть. Так уж и быть. Не понял юмора. А, зря к ней подошел, я понял. Да лол. Затуплено. Затуплено два раза. Да я понял, вот так стоишь и все, и не паришься. Она туда-сюда перемещается. А, лол, а почему она в бок перемещается-то?
Это было плохой идеей. Да что ж я делаю-то? Ну, упоролся. Я что-то просто логику не совсем соображаю. Так кукол-то нет больше. Как это без предметов пройти? Это же невозможно, по-моему, без предметов пройти. Да, я тоже не понимаю, как это без предметов можно пройти. Мне кажется, это гон какой-то. Невозможно это без предметов пройти. Я засмотрелся. Пора ставить. Да блин. А давайте что-нибудь другое попробуем. Мне что-то куклы эти не нравятся. Блин, одной не хватило, по сути. На предыдущем дне? Да нет, ну я его за это, за начало стрима прошел. По сути, целый день. У меня есть идея. Есть идея. Зонтик. Аж 9 штук. Блин, то стоп, только надо как-то в край встать, походу. Да почему без стрима? Я же говорю, в начале стрима прошел. Ты чё? Вот, за этот стрим я вот это прошел, за начало стрима. А сейчас вот это прохожу. Я в ни стрима не играю в Тоху. И нет, зонтик тут плохая идея все-таки. Ну, относительно, да. Зачем я в нее врезался?
Не, ну 3 бомбы мне явно не хватит. Багнутая, ну что за дела? Ну ладно, ладно, ну пойдем качать эту куклу дурацкую. А на чем ее качать-то? Не подскажешь? На чем ее качать? Мне кажется, я тут ничего не смогу ей пройти. Лол. Это как называется? Ну ладно. Не знаю, по-моему, тут вообще это никак не поможет. Да, тут нет смысла использовать. Здесь надо тогда жизни ставить, наверное. Одна. И это мне очень-очень плохо поможет. То есть всего одна дополнительная эта печалька. Да я не понимаю, как красный микрить. Над боссом? Да что за ерунда? Как может быть над боссом? И в чем разница? Лол. Чуть-чуть легче. Да, офигеть просто. Да нет, это никак не помогает. А, стоп, я что-то не то поставил. Наоборот. Там чуть-чуть не хватило. Давайте синюю размикрим по-нормальному, чтобы сэкономить себе.
Точно, блин. Я и забыл. А что ж тогда делать? Не. Блин, непонятно, короче. В смысле, зачем? Что-то как-то это она тут не особо помогает. Да, лол. Да я думал, хватит. Да почему не надо? А как еще это пройти? Она не перенаправляет почему-то на куклу. Только второй, со второй попытки. А что, уровень не повысился? Тут вообще без разницы. А, понятно, тут тоже без разницы. Ой, только не это. О! Вот это отлично, по-моему, идея. Тупо, короче, стоим и вся. Так, эти вроде не направляются. О, вот это. Хотя, мне кажется, она тут затроллит. А может и нет. Да, короче, изич.
Да сколько там? Я не вижу, сколько там секунд. А, у меня закончились. Привет, Ксенрир. Ага. Посмотрим. Ну блин, надо же так слиться, лол. Ну завафлено, да? Понятно. А, и секунды увеличились? А, лол. А я думал... Я думал, количество попыток увеличилось. Пять. Четыре. Три. Две. Так. Ну, кукол больше нет, так что микрим. Но не хватает что-то. Не. Она еще отлетает немножко в сторону, блин, это вообще читерство. Да что ж я... Ну, должно, мне кажется, хватить, нет? Ну. Ну, блин, осталось там... Всё. Фух. Сцена 7. И тут куда попало. Что происходит? Ой-ой-ой. Опять это? Да что ж такое? Ну уже практически похожее же было. Ну, только это чуть посложнее. А я тут еле прошел. Удаляй. Посмотри с Good Game. Да.
Будем микрить, короче. Но по ощущению должно хватить. Уже должно хватить. Да, все, нифига себе, вообще так мало потратил. Ну, любишь, ну как бы ты тогда выбирай. Либо ты смотришь с лагами на том, что ты любишь, либо ты смотришь без лагов на том, что ты не любишь. Ну, твое дело. Ну, либо, конечно, ты можешь вообще не смотреть, но это как бы такое личное. Так, сцена 8. В полозах яда нет. Не знаю, что такое полозы. Ой-ой-ой. Видимо, вот эти штуки. Да что ж я затеваю-то? Что-то кажется вроде не особо так и сложно. Вау. Да, с первого раза. Ну что, я прошел 2 дня за стрим. Ну да, очевидно, что тут можно без предметов, да. Ну все, я думаю, 2 дня за стрим это нормально. Я не буду больше начинать в следующий день, да, как бы, чтобы не прерываться на середине дня. Так как один день у меня уже займет явно много времени. Сейчас посмотрю, сколько уже стрим долго-то вроде идет достаточно. Ну, на самом деле, не так уж долго, но все равно вечер уже. Да, как бы 1,5 часа идет стрим. Так это и есть 7-й, это между 8-м, что ли? Ну, в общем, вот так вот, таким вот образом продвигается прохождение Тоху 14. Невозможная спелл-карта. Но мы заканчиваем. Продолжение, опять же, скорее всего, будет. Но это будет уже попозже. Завтра, если стрим будет... завтра, либо если Тор стримить будет, этот Life is Strange, то я, соответственно, буду его смотреть. И вас всех призываю. А если не будет, то тогда я с утра пойду... стримить Wings of Wii. Вот, ну, соответственно, всем спасибо, что сидели, всем спасибо, что смотрели, и всем пока, увидимся.